прежде всего я хотел бы сказать, как волонтер, как председатель Никитовского района «Свободный Донбасс», значит, поблагодарить Красный Крест за то, что они предоставили жителям Никитовского района, конкретно Никитовки на данный момент, гуманитарную помощь для пострадавших людей. Значит, в количестве в данный момент это 2000 Никитовка и 100 это Майорск, наша территория. Также я хочу поблагодарить Адию Абрашидовну за ее личный вклад. Вот, это заместитель Черкаса Никитовского района. Значит, и лично хочу сказать спасибо от всех жителей станции Никитовка за предоставленную такую, как говорится, в нашу сторону. Вы уже получили, что уже мало.